нас начались теплые дни. Черепах папа выгнал только две на улицу. Домик их я еще не убрала, чтобы они сами шли домой. Поэтому погуляю чуть-чуть и пойдут домой весело. Припрыжку. Так они соскучились за этой травой, что ужас. Скажи, то, что я им там морковку даю, это все не то. А вот это... Что, только две черепахи на улице, да? Не нашел больше. В засаде. У нас еще черепахи умеют прятаться в засаде. Не нашел он их больше. У нас найти тяжело, если кто-то прячется. Ой, солнце пропадает, сейчас домой все пойдут. Ну, сегодня у нас открытие пляжного сезона. У черепах. Коты не пошли на улицу, вообще оборзели. Там же мясо стоит. А, мясо, извините. Они, коты у меня пока стерегут мясо. Это вообще уже хотела на улицу, умирала прям, не знаю. Все ест подряд. Ужас, покажи, что там ешь. Что ты там ешь? Ой, наверное, очень вкусно. Наверное, это очень вкусная штука. Папа тут мне огород весь переливает. Ужас. Типа, наверное, помидоры будем опять садить. Ой, мы такие, конечно, саженцы. Не то слово. Так, посмотрим, что делает наш папа. Давай посмотрим. Папа, вот он делает. Ага, он готовит кушать. По-настоящему. Что дома? Газ надо экономить. Ну, пожалуйста, у нас все есть. Я вам скажу, вот эта каша будет в 100 раз вкуснее, чем дома на газу. Так. Да. Что там? Кот, видишь? Кот, да. Вот еще тот кот. А нормальные коты все сидят у нас в доме. Я могу показать, почему коты сидят дома. Это очень простая версия. Попугаи, гуляйте. Первое солнце, что вас надолго вынесло. Ну, не на 5 минут. Мы их уже выносили. 5-10 минут. Где? Арчи? Я его не вижу. Арчи. 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 Ты телепаешься? Да, Чарли, не кричи. Вот такая у нас, скажу, сегодня весна. Черепахи вообще первый день на улице. И то только две. Люция! Люция! Ты будешь грязнее всех. Что там делаешь в огороде? Можно пойти проверить, что делают наши. Папа Грету посадил отдельно. Говорит, маленькая еще там дуть будет, там больше сквозняков. А он ее к дому поставил. Там солнца больше. Сейчас пойду проверю, что делают коты. Почему никто не пошел на улицу? Это очень... Собаки все бегут за мной. Что за собаки? Так, проверяем. Боже, боже, что же вы все залетаете домой? Не поняла. А чего вы на улицу не пошли? Кто мясо с кастрюли выложил, а? Ужас. Кто все запачкал? Рука мне теперь за вас мясо. А? Вы что на улицу не пошли, ребята? А ты что так устал, Филя? А ну как у нас тут красиво, хорошо. Вот тут сидит Микки. Микки, а ты что на улицу не пошла? Все собаки гуляли во дворе. Все долго. Марсель, ты можешь пойти к попугаю? Ну, у тебя какое поведение? Помнишь, ты мне сарай разбирал? Помнишь?
За это ты почему? Ты теперь гуляешь в вольере с попугаями? Да. Сейчас я тебя тоже отнесу. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Филя вырубился. Ты от мяса устал, Филя? Даже на улицу не хочешь? Дворовый ход не хочешь на улицу? А что так? Ну кто так делает, а? Эрик. Ну так все знают, что ты голодный. А звук какой у тебя красивый. Ой, какой у Фредерика звук. И зачем так уставать? Ты очень злая, когда кушают коты. Все. Все, даже все просто сильно знают об этом. Да. Нельзя тут такой. Нельзя. Сейчас я одно чуть-чуть разморозится, я тебе дам. Да. Надо купить уже косточек и выгнать тебя на улицу. Тогда ты будешь на улице. А, тебе еще долго холодно. Так. Марсель, что там уже съел, а? Что ты уже подобрал? Кто тебе уже подавил? Ну, вот такая у нас сегодня кошачья жизнь. Голодный только Эрик. И Люция. А Филя, я так поняла, что ел много, потому что ему тяжело. Филя, так тебе тяжелее всех стало? Филя, ну зачем так объедаться? Ой, попугаи там все-таки кричат, так. Тут тоже у некоторых так еще объевшись лежат. Тяжело. Еще остатки сухого корма. Флеш уставший. Так, надо еще пойти. Сейчас мы еще проверим остальных членов нашей семьи. Рыбки. Вот рыбки не объелись. Ведут себя прилично. Да, рыбки? Хорошо. Кто у нас еще объелся? На, ой. Ты кушала мясо? Или нет? Вон, я черепаху уже скребется, на улицу хочет. Где? На, ой, вон, моя под стенкой, да. Мы не найдем. Да вон она. Хочет. Да не, а, на улице не найдем? Ну да, мы сейчас еще не убрали огород. Нет, ты пока шкрябайся здесь. Жалко, но папа говорит, мы еще не убрали, там закопается где-то. А закопается нельзя, потому что замерзнет. На улице. Ты там поела, а тут пьешь, а другого места нету. Ну такая тяжелая жизнь у котов. Приходится пить, где придется. Люция! Ой, заводила это Люция. Люция, сейчас на улицу пойдешь? Нервируют ее коты эти, которые кушают наверху. Люция, на обе. Ну все, скажи пока. Всем скажем пока.